Всем здорово! С вами ваш любимый видеоблогер Егорука, и мы продолжаем играть в Walking Dead. Проходить его — просто замечательная, хорошая, сочная игра. Просто. И мы уже перешли на второй эпизод. Это же так круто, так сексуально. Второй эпизод, а там не первый. Типа в предыдущие. I know who you are. Я знаю, кто ты. I got another good one for you. Oh, чё, которого я выбрал. Ты была одна все это время? Ага, я хочу, чтобы мои родители вернулись домой. А ты будешь приглядывать за главным входом. Ты у нас на стрёме. Я Даг, все понял. А я Карли. Хорошо, Карли, поможешь Дагу, если нужно. Ну, это я не знаю читать, я не знаю, чем это читаю, это же было уже. Просто посмотреть. Так, I don't possible. Give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Игра под обзором под ваши действия. История будет развиваться так, как вы решите. Обман. Обман. Представляет сотрудничество с Skybound Entertainment. Черный ползает в кустах. 3 месяца спустя. На. Получу по попке. Черт, и что у них на этот раз? Ищ вроде бы кролик. Ну вот, опять мы остались без еды. До сих пор не могу поверить, что мы все съели за 3 месяца. А ведь казалось, что еды много. Может, тебе не стоило делиться с нами? Ага, тогда бы я сам уже был едой. Уж поверь, я не жалею. Кролик едва ли сгодится для еды, Марк, но я бы съел его. Мы все голодны. Согласен. Кто ты такой? Прошлой ночью я слышу, как твой друг Даг перечислял во сне сорта пирогов. Это сводит меня с ума. Начинает слетать с катушек. Не только он не обращай внимания. Похоже, он... Да, ты прав. Хотел бы я знать, сколько еды у нас осталось. Спросили ли достаточно. Лили говорит, что наш запас пищи на исходе. Кому-то сегодня придется голодать. И снова ты о лотерее Лили. Кенни взбесится. Она считает, что у всех должны быть равные права на еду. Думаешь, Кенни больше повезло, чем нам? Надеюсь на это. Да, из-за нехватки еды и постоянных разборок между Кенни и Лили, мотели наступили тяжелые времена. Знаешь, Кенни говорил, что собирается уйти, если сможет починить фургон. Кенни нас не бросит, у него семья, ему будет лучше без нас. Кенни нас... Он хороший человек. Посмотрим. Но я не виню его. Слышу, как Ларри вчера на него наехал. Что-то не так с этим стариком. Похоже, у него не с собой какие-то... Не знаю, что-то... Какие-то проблемы у него. Он думает, я опасен. Он старый российской задницы. Если нужно успокоиться, и отстать от нас, проблемы у него с сердцем или нет, нам здесь не все, нужны. Я знаю, Лили считает, что он слаб, но этот парень прям как гора мускул, бульдозер ходячий. Не хотел бы я остаться с ним один на один в запертой комнате. Разве не бил тебя по лицу? Я аж упал. Старик в форме старик. Такой же я. Так. Оу. Еда. Не надо бы. Сможешь попасть? Далеко попасть.
Доверься мне, если я не уверен, что буду, я не выстрелю. Ну давай. Ууу, и что это? Ну, надо, чтобы... Чёрт, это Кенни? Не, не знаю, идем. Он же не черному дал стрелять. Дурак. Так, что за говно, кстати? Это полегче ситуация. Кто орал? Я тут шучу всякие шутки российские. Какого-то беда, я тут прикалываюсь. Чуваку, херово, ёбан. Так. Ну, вы поняли. Черт, нет, не убивайте нас, мы просто хотим помочь учителю, потом мы уйдем, клянусь. Ли, парни, вы в порядке? Снимите, снимите его. Трэвис, может они помогут нам? Может эти парни что напали на наш лагерь? Мы еле убежали от них. Мы вас не тронем. Все хорошо, может. Не слушай их, Бен. Мы не опасны. Отстынь, парень, мы пытаемся помочь вам. Так что заткнись нафиг. Все хреново, Ли. Нужно помочь им. Прошу. Бен, заткнись, мой отец служит в спецназе. Я знаю, что делаю. Просто посмотрите, можете ли вы его освободить. После этого можете ставить нас здесь. Наш прям мы пытаемся. Боже, спасибо. Ладно, но поспеши. Быстрее, прошу, быстрее. Ли, капкан переделал, здесь нет отворов. О, нет. Ну что поделать? Твою мать, ходячий, или сейчас, или никогда, Ли. Пожалуйста, вытащи меня. Кенни, держи ходячий подальше от меня. Ага. Если что, буду срубать дерево, ладно. Ну это понятно. There's gotta be something we can do. Lee, it has to be now. Oh God, please save me. There's gotta be another one. Forget it. We use chain like that here. Please, don't worry about them. Just let me work it out. I want my leg. Damn it, Lee, just cut off his fucking leg. There's so much blood. We don't have time for that. I'm sorry, but we have to go now. God damn it! I have to get out. I have to walk. Блин, я просто трачу патроны. О боже, боже. Так, что тут еще есть? Камень. Еще тут. Так. Ну понятно, осталось только рубить. Да, говно! Так, вытащи меня, прошу. Сейчас вытащу. Нам нужно пройти. Принц выглядит среди Дэвида. Нет, нет, не бросайте меня. Черт ли. Мне жаль. Ёбо. Я его оставлю. Дайте мне оружие. Трэви. Ёбо. Оу. О боже. Мы уже минус два. Что? Что случилось? Это был честный случай, я не знаю. Получил оружие. Оружие. О боже. Безумно вообще-то. Берем парня и уходим. Вперед, дел. Вы не сможете меня оставить здесь. Вытащите меня. Блин, вот это жестко. Блин, вот я бы точно не хотел оказаться в такой ситуации. Ну что так страшно? Ходячие мертвецы. Прикиньте, вы сидите, истекаете кровью, еще к вам зомби подбираются, это же пассации. Чувак. Going, ага. Это вы смерти не ждаете. Эпизод 2. Жажда помощи.
идея и режиссура Марк Дэри. Футбол гараж. Кремтина, я был тебе лучшего мнения. Лили. Её папаша что-то строит. Так, это, наверное, мы. Что-то там смотришь. Кинематографичного этого. О, Дак лежит на кроватке. Дак мой, я на диванчик. Я повешу картину. Эти ворота у нас раненый. Черт, что они делают? Что они делают? Идем, боже мой. Нет, я не объясняю. Черт, Пит, ты в порядке? Ползем в пикап, я посмотрю, что можно сделать. Это можешь продолжать, боже ты, Лили. Черт, мы не можем притворить сюда новых людей. О чем вы думали? Он умер, если бы вы его... Бросьте этого. Я хочу знать, почему вы решили провести сюда еще голову. Еще одного, боже ли, а что если их там еще... Что если они идут за вами? Так больше никого не было, только мы. Чего вы взяли, что он не врет? Останемся, Лилия. Они люди, люди, которые пытаются выжить, как и мы. Нам нужно держаться вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была еда, которой хватило на всех нас. Но эта еда почти закончилась, ее осталось только на неделю. Не думаю, что вы, ребята, принесли продуктов, не так ли? Нет. Ладно, тогда ругайтесь, ребята. Добро пожаловать в семью, парень. Пора, пойдем посмотрим, что я нарисовала. Что? Нет, я... Просто пойдем, ладно. Знаешь, тебе нравится думать, что ты лидер этой маленькой группы. Но мы можем принимать решения сами. Твоя диктатура не пройдет. Эй, я не просила быть лидером этой группы. Это были еще... Не важно, кто главный. Теперь эти люди здесь. Думаю, нам просто нужно решить, что делать дальше. Нет, это важно. Один человек не может быть главным во всем. Знаете, да, может, ты чувствуешь себя безопасности, пытаясь быть игралом. Я не видел, чтобы вы принимали трудные решения у моей девочки, а это больше, чем у всех у вас вместе взятых. Это да. Папа, успокойся, почему тебе просто не помочь Марку с оградой? Ох ты, быдло. Ты думаешь, что мне просто... Все ненавидят меня, потому что я распределяю еду, но больше никто не хочет этого делать. Знаешь, что я не буду кормить их сегодня. Это делаешь ты. Вот сегодняшний, да, но на всех ее не хватит. Удачи. У вас только 4 порции еды на 10 голодных людей. Угу. Конечно же, Дагу я дам ей поеды, потому что он самый лучший, самый красивый. Я просто Даг, это... Мой этот кумир. Угу. Но этого школьника я почти не знаю. Типа, оп. Я могу, ну, ты работаешь. Вот, Дак, я. Hey, Doug. Привет, Дак. Ух, черт, как дела, Ли? Не думаю, что могу интересовать себе едой. Отдать половину яблока, отдать кусочек вареного мяса, отдать крекеры с сыром. На кусочек. Крекеры с сыром. Вообще, почему бы сегодня тебе не взять мою порцию? Я говорю, что не важно, почему ты спас меня, а не Карли, но... Я должен тебе немного больше, чем маленькую... If Doughboy doesn't want his food, hand it this way. Съесть, да, иду мне. Я так не делал. Я решаю, кто получит эту. Но решай с умом. Ты ведь не хочешь разбить меня, не так ли? Но я дам тебе покушать яблочко. Ты уж старенький, что-то.
Яблочко дам покушать. Ну ты вообще парень такой прям. Говоришь, не, не надо есть. Мужик. Можешь держать гребные доски ровно. Стараюсь. Думаю, что у меня сто... Я... Что уж настолько... Что ты хочешь, чтобы тебе дали денег, и дам тебе 60 центов. Они у меня в кармане. Типа, если ты слышишь. Ладно, нам типа кушать. Ну чё ты, старичок. Держи, Ларри. Вот тебе. Надеюсь, ты не думаешь, что мы подружимся. Я бы не... Я не дядя, всё, хорошо. Блин, едва замечу еду, начинаю с ума сходить. Нужна помощь с оградой? Нет. Вообще-то нам бы пригодился твой топор, не возражайся, если мы его... Да, дай нам его... Ненадолго. Это топор Марк. Да, давай, Ларри. Ты меня ударил, чуть не убил, ну ладно, вот это должен помочь. Да-да, мы не дебилы. Да ладно, Ларри, оставь это, я отстань от него, мужик. Все изменилось, без расистов уже не модно. Ох, думаешь, что в этом, этом дело? Вот что ты ему сказал. Да, именно. Да, именно. И что ты хочешь с этим сделать? Слушайте, мне все равно, что там между вами, но вам нужно научиться уважать друг друга. Я должен только защищать свою дочку. А сейчас это значит починить эту долбанную ограду. Так что я оценю, если вы заткнете и будете мне работать. Кворчливый старик оказался. Я думал, мужик настоящий. Ну, оказался обычным стариком. Так, осталось 3 порции еды. Так. How you doing, Clementine? Как ты, Клементина? Okay. Нормально. Где твоя кепка? Я не знаю, поможешь мне ее найти? Конечно, у меня нет времени. Конечно. Конечно, когда... Как ты потерял? Пару дней назад она еще была у меня. Обещаю, найду ее там. Я там... А, как бы там... Хорошо, Клем, я должен кое-что о чем позаботиться. А ты иди поиграй с Даком. Хорошо. Даг и Дак. Так, ну, конечно же, Клементине иду. Hey, Clem. Вот, Клем, тебе нужно поесть. Крекеры. Okay. Ладно, пусть лучше в следующий раз это будет мороженое. Буду иметь в виду. Если у тебя есть какие-то еды, ага, как... Ну, Квой, я хотел дать детям еду, ну чё. Эй, Дак, кушать хочешь? Оп. Держи. Да, ох, да, ёлки-палки, я такой голодный. Последняя порция еды осталась. Собственно, порция еды себе. Ну-ка ж себе. Мне ещё нужно поддерживать свои силы. Да. Себе любимому мясо сожру. Я ж мужик. Так, хорошему человеку, значит, нужно дать. Это, конечно, простая работа, да? Да, нормально чё. Что ему не дал, что ли? Я не завидую тебе. Не знаю, как справляешься с этим каждый день. У меня нет выбора. Али? Кенни, я знаю, у меня кончилась еда, прежде чем... Эй, это был трудный выбор, это заботиться о детях. Так, как настоящий мужчина. Спасибо, Кенни. Но и все же, я думаю, что кто-нибудь недоволен твоим выбором. Я хоть хотел, я забыл про Кенни, я бы дал ему... Я забыл про этого чувака. Да ладно. Кен, Ли, пожалуйста, подойдите. It, он не вышел так. Он потерял слишком много крови. Проклятие. Не надоело это дерьмо. Кен, come back. There's nothing... Не трогай его. Так что с ним? Мне тоже надоело это дерьмо. Думаешь, мне не надоело? Я не знаю, может, это и к лучшему. Так, собственно, детей что-то там. Человек, которого ты принес, я пыталась, но у него не было шансов выжить. Ну, по крайней мере, он больше не наша проблема. Что насчет второго парня? Лили хочет пи... О! Я не... Дерьмо, Катя! Дерьмо, Катя? Говно, отпусти! Похоже, скорее... О! Ха!
что за говно? Йова. Полегче, парень. Как? Он же не укушен. Да, о, старик. Сейчас я почти убил его. Там что-то было. И сейчас. О. И... Отстань. Говно собачье. А! Ну ты корч. О! Чёрт. Жёсткий. А. О, такие пальчики. Пальчики теперь ближе. Это было жестко. Зачем ты вообще принес сюда, урод? Папа, успокойся, из-за тебя он нас всех убьет. Почему ты не сказал, что он укушен? Что? Он был укушен, а ты не сказал ни слова. Но его не кусали, клянусь. Но твой неукушенный друг воскрес из мертвых и пытался убить мою жену. Что? Погодите, вы что, не знаете? Ты о чем? Их воскрешает не укус. Ты восстановишь из мертвых, и не важно, как ты умрешь. Если не уничтожить мозг, это случится. Это случится всеми из нас. Ты лжешь. Мы все заражены. Боже. Это версия... В этой версии есть смысл, поэтому в первые же дни стало столько. Авария, самоубийство, все это делает еще больше тварей. Когда я впервые это увидел, мы спрятались в спортзале, и мы думали, что там в безопасности. Но одна девочка, Джерри Питчер, кажется, она не выдержала и приняла таблетки. Много таблеток. На следующее утро кто-то пошел в женский туалет. Господи. Сигналка. People. Да, она работает. Конечно, работает, я же говорил. Черт, откуда здесь взялся трос? Осторожно, мужик. Кто эти люди? Я не знаю. Мы хотим навредить твоим друзьям. Эти люди играют в шлаги. Не думаю, но у них все уже были закрытые лица, так что я не знаю. Их всего лишь двое, нам нужно их убить. Нет, у нас есть заведенный порядок, и мы не отклоняемся в порядке. Да, сейчас распутаю. Я не знаю, как ты до сих пор вышел, мужик. Извини, Лили, мы должны это сделать. А ну, стойте на месте. Вот дерьмо. Ладно, ладно, без проблем. Мы хотим нам приятности. Вы вооружены? Да, для защиты мертвецы могут быть везде. Ну, логично. Но думаю, в этом вы сильнее нас. Зачем вам нужен бензин? Наша ферма защищает забор под электричеством. Генератор питает его. Генератор работает на бензине. Слушайте, у нас есть ферма в паре милях отсюда, вверх по дороге. Если вы бы отпустили пушки, мы могли бы поговорить в обмене. Как у вас с едой? У нас ее много на ферме. Заманчиво. Ли, почему бы тебе и Марку не проверить это местечко? Я тоже пойду, увеличу наше количество, если наткнемся на ходячих. Так что скажете? Не, идем, мы останемся. Ладно, конечно, идем. Договорились. Вы привели немного бензина вам на ферму. В обмен вы дадите нам немного еды, которую мы сможем поесть. Посмотрите, как все пойдет. Не, иногда. Звучит предел. Пара галлонов сможет заставить наш генератор некоторое время поработать. Ну, я иногда, если не успеваю, додумаю сам. Все было логично, все хорошо. Итак, это ферма. Ребята, у вас правда есть еда? Конечно, мы потеряли много скота, но у нас еще есть молоко, масло и сыр. А еще у нас на ферме 100 овощей, так что у нас все окей. Так, спасибо, что пришел с нами. Конечно, я хочу посмотреть на эту электрическую ограду, о которой они говорят.
можно как-то реализовать ее в мотеле. А их все ограды и продуманы. Пока ходячие полностью не будут обезвожены, а ограда полностью заправлена. Правда говоря, электричество поджаривается изнутри. Я думаю, да. Если ходячий останется в контакте с оградой, скорее всего, его и жарит мозг. Хотя, наверное, это потребуется время. Должно быть, оно страшно воняет. Хотя, если пахнет как вяленое мясо, блин, я бы сейчас бы съел вяленое мясо. А я это предлагал. Я бы не отказался от любой еды. И ты тогда плохо подумал. Эх, сори. Ну, вы поняли, извини. Что там у тебя? Ну, ничего, просто лазерная указка, которая подорвала во время нашего последнего визита в аптеку. В смысле, слава богу, что либо появился именно в этот момент. Правда? А Гали, почему вы не рассказывали вам о себе? Откуда ты? Я вырос в Мэйконе, отель. Теперь у меня достаточно помотался. Я вырос в Мэйконе. Прямо в сердце Джерси, вот что я хотел слышать. Вы все неплохо устроились там, в мотеле. Кто главный в вашей группе? Лили, Кенни, я. У нас демократия. Кенни, это тот, на самом деле, держит группу вместе. Я хочу, что Лили это не услышала. Сколько у вас всего людей? 9, включая детей, достаточно, чтобы представить себя сменить тему. 9. Все расскажу. Ну, на самом деле, 10. Ну, все видеть всех на нашей ферме. Как я говорил, у нас дачные еды. Замечал бы еще пару рук. Летом я садился на козлиной ферме. Да, это здорово, любая помощь пригодится. Мама снижала эту ферму столько, сколько я себя помню. И сейчас начинаю. Ты думал, что сможешь скрыть от меня? Черт, пригнись. Никто не пытался ничего тебе скрыть. Ты и Гарри, и грёбаные бандиты. Кто? Они похожи на... Успокойся, тебя парнироид. Кто они? Особые иностранцы, вот кто. Что нам делать? Да, и знаешь, что мы все ее съели, и что делать? Не волнуйтесь, Дэнни, я прикрою. Если что-нибудь случится, ну давайте просто подождем, пока они уйдут. Пошел. Это жесткий парень. Мудак. Эсхол. Этот мир скатится в говно. Пошли доберемся до фермы. Там безопасно. Просто захерачил чувака. Вот плюсы зомби-апокалипсиса. Чувак, тебе не нравится? Пришел с дробовика захерачил. Вот все. Тобы и мир был бы чище. Без всяких мудаков. Это же было бы идеально. Вот я понимаю. Вот она, семейная ферма Сент-Джон. Вот что делает это место таким безопасным. Отграда сдерживает их. Угадал, они поджариваются как мухи на электромухобойке. Она под напряжение в 400 вольт, благодаря генераторам. Ого, вы знаете толк в электронике. У нас был парень, который этим занимался. О, какая-то секси бейба здесь вызвали. Бывали сейчас, что это личные места делают. Нет, здесь безопаснее, чем в мотеле. Ох, круто, да, у нас достаточно электричества, чтобы обеспечить целое имение, и его стоит защищать, на это уходит вся энергия. Ребята, вы пришли с компанией? Ребята, это наша мама. Я Брэда Сент-Джон. Добро пожаловать на ферму Сент-Джон. Знакомьтесь, это Ли, он из Мэйкона. Несколько наших знакомых фермеров тоже родились в Мэйконе, они там выросли хорошими людьми. Еще несколько друзей остались в мотеле. О боже, в этом мотеле очень опасно, у нас есть кто-нибудь с опытом выживания, кто мог руководить вашей группой. Я держу все под контролем. Кенни работает над тем, чтобы вести с вас на Ли. Да. Лили, она все заплевает на этом, чтобы мы выживали. Я раз. Лили слушала войска, как и я. Хорошо, приятно это слышать. Этот мотель не самое безопасное место. Подожди, я думал, что ты сказал, что кто-то другой у вас главный. Да, я думал, она распорошилась. Расскажись о тактике выживания. Но это не важно, сейчас вы здесь, вы посмотрите, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Ваше предложение... Мы голодаем. Это для вас, из печеней, сегодня утром. Ох, блин. Простите. Да ладно. Такое больше нигде не достать, по крайней мере, без крови, молока и масла.
Верно, надеюсь, Мейбл вылечится и проживет с нами еще долго. Ваша корова больна? Что она? У нас есть ветеринар, мы поможем привести его сюда, мы можем помочь вам. Ветеринар? Боже, наши молитвы услышаны. Возможно, вся наша группа сможет пройти сюда. Давайте так, вы сходите и позовете своего друга ветеринара, а я приготовлю ужин, большой банкет для всех. Всех вас голодненьких. Если бы вы неплохо иметь под рукой людей, которые смогут помочь. Дэнни, почему бы тебе не пойти? Не помочь мне на кухне. Почему вы бы не вернулись с едой и не пригласить нашу? Возьмите с собой кого-нибудь. Помните, что эти дороги могут быть очень опасны. Хорошо, Бен. Может пойти со мной. Возьми это. Отлично, скоро увидимся. Марк, Ли, почему бы вам не осмотреться? Как вы тут устроитесь? Мне бы пригодилась помощь. Есть проблемы? Иногда мертвецы запутываются в ограде, прежде чем поджариваются, и в конце концов сваливаются на кадемент. Вы бы смогли помочь, и вы сможете немного узнать о вашей ограде. А я пока залюбить дизель-генераторы. Скажите мне, когда будете готовы. Конечно. Это место просто восхитительное. Здесь полно еды. И эта ограда, приятель, она что надо. Вот только как нам это сделать. Мы же останемся в этом месте. Давай удостоверимся, что это место безопасно. Мы сделаем все, чтобы помочь. Ага. Прежде чем размышлять о том, что наши группы всегда нужно выяснить, как это безопасно, как они говорят. Верно, очевидно, что они считают это место безопасно. Но так ли оно безопасно для детей? Я заметил там качели. Качели — это не так уж и важно, но это может быть там и есть другие вещи. Так, и проверка периметра ограды — это очень важный способ посмотреть член. Отлично, буду посмотреть оба. А ты разузнай, чем ты сможешь помочь там член писать. Так. Ну, на сегодня мы закончим. Да. Сегодня мы заканчиваем. Нужно еще 30 секунд постоять, знаете, чтобы это вот заставочка, которая вот сейчас, да. Сейчас эти летают циферки. Мы их заканчиваем. С вами был Игорюка, ваш покорный слуга. Всем пока. С вами был Игорюка.